Так, вот приехали тут на детскую площадку. Сейчас играть в одну. Хорошая большая площадка. Такая вот около школы. Вот деда с собой привезли, вот он идет. Дед, почему без кепки? Ну вставай, что ты хнычешь? Вставай. Вставай, не бойся. Вставай, 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 не бойся. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Папа рядом, не бойся. Да не бойся, что ты боишься. Знаешь, не деду бить, не папу бить. Не папу бить. Я тут здесь покачаться. Ну забирайся. Ты сам умеешь, ты сам забирался в прошлый раз. Давай ногу ставь. Вот. Давай, 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 лезь, 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 лезь. Во. Видишь, сам залез. И сам поехал. И сам поехал, вот. Куда ты поехал? Куда-то поехал. Куда поехал, на дачу? Да, по дяде. Я поехал, до свидания. До свидания. Только очень быстро не едь. Сильно надо? Да. До свидания. Я поехал, Что? Прыгать? Ну давай тогда деду дадим эту камеру, чтобы он снимал. Дед, давай снимай. Как? Ну вот просто держи, она видишь, снимает. Направляй на внука. Сам можешь. Ты же уже больше, тебе уже 3 года. Давай, давай. Ставь ногу. Ставь ногу. Оп. Вторую ногу ставь, вторую ногу. Нет, нет, туда же ставь вторую. Держаться за веревку надо. За веревку держишься? За веревку. Вон ручка сверху. Daddy, tell how long I can hold this. I'm not ready. Ready, set, go. Woo. I made eight, my sandy. Как же говорит? Ready, set, go. I'm not gonna skip. Магиш, а как по-русски сказать? На старт? Ну, с лица снимай. Лица. Снимай, снимай. Снимай. Поехал, поехал. До свидания. Нет. Дед. Нет. Дед, дай мне камеру. Не-не-не, Макс, тебе камеру не надо. Мы снимаем, как ты будешь играть. Как ты сейчас поедешь. Или...
На, бери. Ну вставай, что ты? Не бойся, вставай, не бойся. Не страшно, не бойся. Ой, как. And jump. Эй, my jump. Писать? Пошли писать, давай. Ой, ты чего? Как так? Вот так? Ну ничего себе! Это кто так поехал? Ну ты даешь. Не, не надо, не снимай, Максюш, не надо здесь снимать ботинки. Максюш, ботинки снимать не надо. Что ты там делаешь? Максюш, куда ты пошел? А что там? Что там, Максюша? Ой, нет, туда не надо, там очень высоко, Максюш, не надо туда. Да, не лезь туда, пожалуйста, вот здесь можно катиться. Здесь такие горки вот качковатые, вся горка в кочках. Он сейчас наверх залезет, а потом с лестницы сможет будет вот оттуда верещать. Ба-ба-ба. О, высоко. Кто так высоко забрался? Не-не, выше не надо, Максюш. Выше не надо. Это кто так высоко забрался? Что? Чего? Вот так, спускайся, правильно. Руки теперь, руку переставляй. Вот. Вот, аккуратно, молодец. Нет, выше ногу, ногу выше, выше, выше ногу. Вот сюда, да. Сейчас тебе дед поможет здесь. Ты же дед, помоги. Дед, помоги. Давай вот здесь. Какой там? Да, это к альпинизму отношения, наверное, немного имеет. Это скалолазание, куда же это альпинизм? Ну, скалолазание, тут же часть. Да, ну, скалолазание это вот, вот по скале забрался 20 метров, вот скалолазание вот таким штукам. А альпинизм это подняться на 8 тысяч метров, вот это альпинизм.
А, чтобы там поднимать надо. Не, там не такие же крутые, в основном склоны не такие крутые там. Ну все, вот этому надо учиться. Так это скалолазание, это... Да, но они по 30-й ходят. Ты должен это уметь, это план подготовки. Азы, это школа, азы. Это, я думаю, проще, чем конечно, подняться. Конечно, но это азы, но без них нельзя. Карапузиков туда не надо, там очень высоко, Максюш. Не лезь туда, пожалуйста. Вот с горки можешь прокатиться, показать деду, как ты с горки умеешь. Ну лал, дед, какие горки все качковатые. Где? Где? Как это место называется? А как-то я забыл название, ты говоришь, как... Городок как-то называется. Максюша, беги сюда ко мне. Беги ко мне. Максюш, другую ногу. И так сумел забраться. Вот, сам встал, молодец, молодец. Видишь, не страшно? Да. А вот там вот лежит туловище, вот мы пришли сюда минут 15 назад, он так лежал, и вот до сих пор лежит. Это Максюш лежит туловище, не обращай внимания. Пойдем, Максюш, пойдем. А где мяч? А мы не взяли? В машине. Нет, в машине нет, мы не взяли мяч. Дома мяч остался. Дед, ну что ты скажешь? 500. А что-нибудь еще можешь сказать? Да. Давай.
что же я тебе могу сказать? Вон, парни снимают. Ой, Максюх, в носу не надо ковырять. Что? Максюш, а дед умеет носу ковырять? Кто? Дед. Кто? Умеет носу ковырять дед? Кто? Дед. Кто? Он умеет носу ковырять? Кто? Дед. Это ты, Вася, Вася. Я спрашиваю, дед умеет ковырять носу? Нет. Дед, ты можешь? Нет, не умеет. Научишь его? Максюш, ты научишь деда носу ковырять? А что, да ну? Да не надо, ты что его учишь-то? Не надо дед его учить такого. Ёлы-палы, дед, ты чего? Не, так, Макс, делать не надо. Все, все, вот сейчас ты снимаешь деда. Включил. Я хочу сам взять. Все, вот два раза он выключился, Макс.